Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon версии 3.0. И сейчас я играю без камеры. Ну, не всегда я буду играть с камерой, да, можно иногда и без. Но, сейчас там у нас покемон босс, если успею увеличить покемонов, то... Капут, все покеболы разные. В принципе, мы словили Мью, ребята, и в прошлом эпизоде мы уже почти себе сделали... Так, где этот покемон? Мы почти себе уже сделали машину для того, чтобы превращать Мью в Мьюту, как бы клонировать, да? И сейчас давайте все-таки поспим, чтобы не было темно. И, кстати, я еще был в шахте, ребята, я был в шахте. Я нарыл большую кучу угля, алюминия, редстона, железа. Алмазов я не нашел, но зато нашел еще один фосил. Действительно, ребята, я нашел еще один фосил. И, в принципе, давайте сейчас уже сделаем машину и посмотрим, получится ли у нас превратить Мью в Мьюту. Или это получится Дитто. Так. Ну давай, 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 давай. Ребята, нам выпал мастербол. Сейчас, секундочку, и наш Шелдон эволюционирует. Офигеть. Ну давай, давай. Кем ты там будешь? Ух ты, громила какая. Нифига себе. Так, Бастиодон. Так, у нас места нету или чё? Бошт! Бошт! Ребята, нам выпал мастербол. Офигеть. То бишь, если бы мы в предыдущей серии не купили мастер... Как бы не взяли мастербол за 5 алмазов, то сейчас бы нам выпал обычный мастербол, и мы бы вот сейчас его можем как бы использовать, да? Но тот мастербол я и так себе оставил. О, нифига себе, там сколько Иви. Но я не буду пока что их ловить, нет смысла. Ну, не хочу пока что. И, ребята... Да, все-таки я оставлю этот себе мастербол, который я купил за 5 алмазов, как бы, в магазине, да? Я, наверное, все-таки построю где-то вот тут в деревне какой-то магазин, как бы, что там стоит человек, да, и продает там всякие покеболы, всякие вещи, да? И я, наверное, себе сделаю так, что я себе пойду, понабиваю еще уровни, как бы 30 уровень, установлю один мод и зачарю себе кирку на удачу. И потом я просто, ну, как бы, чтобы выбивать больше ресурсов, да? На фортуну или как-то. И потом я, наверное, просто-напросто всего буду ходить в шахту, ну, как бы, без съемки, и искать алмазы, как бы, с фортуной они будут выпадать, мне кажется, больше, да? И потом, как бы, их можно будет... ну, потом за них что-то покупать, да? Ух, ни хрена себе. Так. Ни хрена себе. Ну, в принципе, да, 90 уровень, это тебе не... Ни хрена себе. Капут, он что, сейчас всех покемонов убьет? Или нет? Ну, почти. Так, 35-й. Нет, это не нужно. Ну, да, большая куча. Уже торчик эволюционирует. Ну, в принципе, да, 16 уровень. Уже он как бы должен эволюционировать. Так, кем он будет? Кем он будет? Ребята, напишите, есть сейчас, секундочку, пускай уже вот этот эволюционирует. Торчик. Дабл кик. Фокус энерджи. Это не нужно. Комбускен. Торчик, а, ну курица, да. Ребята, напишите, пожалуйста, есть ли еще эволюции вот в этого Бастиодона. Ну, в Ариодактиле, не знаю. Ну, сейчас, секундочку. Чё я хотел?
Давайте домой сбегаем. Так, сейчас все-таки давайте еще раз вылечим наших покемонов. Давай. И идем делать машину. Вот так вот. И сейчас я вспомню, как она там. Вот так и вот так, да. И сейчас, ребята, вот так и вот так. Ребята, у нас есть машина, чтобы превратить Мью в Мьюту. Чё это за хрень? Я хотел сюда поставить машину, написала нету места, и она пропала. Ребята, я извиняюсь, но такой хрени никак нельзя допускать. Это или баг, или они просто как-то не продумали. Если ставишь машину там, где нету места, чтобы ее поставить, она просто-напросто испаряется. И я, конечно, взял ее еще раз. Я взял ее из креативного режима, так как вот такая фигня. Сколько я делал вот ту машину, и сейчас она просто испарилась, потому что не было места, куда ее поставить. Нет, нет. Так, ну что, давайте идем домой, поставим ее куда-то в другое место. Где-то вот сюда. Будет тут место, нет? Будет. О, а, я уже поставил Мьюз сюда. Ну что, ребята, пытаемся, пытаемся. Так. Итак, ребята, что-то меня выкинуло, или что-то крашнулось, я что-то вообще не понял. Что там, о чем я говорил? А, взял я ресурсы с этого. Но, в принципе... у меня нет много ресурсов, поэтому я не знаю... Да, не буду я делать 3 блока алмазов, так как, в принципе, у меня и ресурсов не хватит на 3 блока, поэтому... Давайте сделаем по одному блоку, посмотрим, получится Мью или нет. Мьюту, точнее, да? Так, ну что ж, ребята, поехали. Алмазный блок. Золотой блок. И железный блок. Поехали, поехали, ребята. Так, поставил я Мью. И давайте поставим блоки. Давайте сначала вот так, потом вот так, и потом вот так. Не хочу я смотреть. Так, ну в принципе два алмаза, и там у меня два алмаза. Сколько у меня вообще алмазов? Ну, там у меня 22. Кто там у нас? Мьюту, ребятки. Получился у нас Мьюту, сейчас он вырвется, да. Ловим его. Отлично, ребят. А что, Мью у нас остался? Ну как бы да, какого фига он должен пропадать, да? Мы же как бы взяли его ДНК, не убили его. И взяли себе Мьюту, да? Но суть в том, что у нас есть Мьюту, ребята. Мьюту? Охренеть. Так. Ну, в принципе, Мьюту, это же Мьюту, да? Так, сейчас. А эти блоки не пропадают или что? Ну, это вообще офигенно, что блоки даже не пропадают как бы. Так, давайте вот что я хочу сделать, ребята. Сначала все я вот это поставлю... Нет, сначала... Вот так. Заполнить печки. И сначала пойдем убьем этого босса. Если он, конечно, не в земле где-то. Ребята, у нас есть Мьюту.
Офигенно. Самый, можно сказать, редкий покемон, да, который существует, Мьюту. И хорошо, что он сделался, а не Диту. Отлично, ребята. Этот покемон у нас под землей где-то, не имея желания туда рыться. Поэтому давайте пойдем в наш дом сейчас. Давайте я вот это все сначала рассортирую по сундукам, чтобы не было такое забитое очень инвентарь. Так, это что тут у нас еще? Вот так, вот это надыбал я в шахте нормальное такое количество. Тут у нас тут у нас диски. Тут у нас вот это. Тут вот это. И тут у нас пушины. Мне еще нужно сделать один сундук вот сюда, наверное, вот для этих всех. Для молотков, для априконов, так как, в принципе, этого сундука у меня нету. Тут у нас ресурсы, я сделал себе сундук, все сюда поскладывал без съемки. Тут у нас вот весь как бы хлам, это можно забрать. Мьюту. Это все вот сюда. Отлично. Так, ребятки, сейчас мы сделали себе Мьюту, красавец. И вот что я хотел. Аэродактиля не знаю, есть ли смысл качать, нет. Бастиодона, я не знаю, есть ли у него еще эволюция. Напишите, пожалуйста, кто знает. Это мы поставим вот сюда, чтобы прокачать нашу курицу. Как бы Чикорита, да, и Комбускен. И вот этого поставим сюда. А вот этого возьмем. Свайни. Снайви, да. Вот. Тут красивый вообще какой-то покемон такой. И вот так мы сделаем и тоже его будем качать. Ребята, так как у меня есть фосил, который я нашел в шахте без съемки, я его сделаю в следующей серии. Мы еще получим одного окаменелого покемона. Поэтому, ребята, давайте все-таки на этом закончим. Мы сделаем Мьюту, и это офигенно. Сейчас я еще убью вот тут. Ни хрена себе шлепнулся. Давай, давай, Мьюту. 90 уровень. Так, давайте амнезия. Чё так? Какой у него вообще урон? Ух, ни хрена себе. Лупанул его. Еще один. Алмазный молоток. Офигеть. Так, ребята. Все, на этом мы заканчиваем эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.